Ты чё такой сырой? Полы помой. Алина! Никита прибежал босиком. К нам пришли бить корову. Вожатые рисуют часы. У нас пьяная вечеринка. Налога. Под пердежами запасло. Я текста не знаю. Катя, спаси у тебя же смену. Да, да. Лёха, танцпол. МЛБ, пока. Всем привет, ребята, вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свой новый влог. Я нахожусь в лагере «Ласковый берег», и сегодня я еду в аквапарк, и надеюсь, я вам там что-нибудь поснимаю. В третьем мы собираемся в аквапарк, мусор тут заплетают, и мороженку. На обед. Ну, сегодня я в аквапарк. Я сказала. Айфон. Дайте мне айфон. Ты чё такой сырой? Я такой грязный. Ребята, мне не разрешили на никаких горках снимать, поэтому извините. Ну, короче, да, мы вот тут. Всем привет, ребята, сегодня 2 число, 2 августа. Я после аквапарка ничего не снимала, потому что очень устала. Пошли на репетицию. Это у нас 5-й от ряд. Репетирует большие танцы. Ну, как бы находятся они вот тут. Чуть-чуть не 5-й отряд, ну ладно. Ну, коллаб хороший. Мы отрепетировали. Скоро опять пойдем репетировать на центральную площадку с первым отрядом. Алина! Алина! Давайте. Мы же все в воде. А можно мне? Что ты? Блин. Ай, Катюша, лайк, привет. Полы помой. Спас. Боже мой, как у вас грязно. Это у нас тихий час, потом мы будем кушать арбуз, а потом пойдем в бассейн. Всем привет! У нас жесткая подружка. Тихо.
Всем привет, с вами Катюша Лайф, и сегодня я начинаю ваш новый влог. Вот так вот мы живем, проводим свое свободное время. Да, сейчас мы пойдем, как говорит Катюша Лайф, мы сейчас пойдем в аквапарк, в бассейн. Всем привет, мы идем кушать арбуз. У нас арбузик. Не знаю, мне сказали нельзя. Мы пошли купаться в бассейн. Мы сейчас пойдем вот сюда, вот купаться. Полина делала трусы зад наперед. Да, Катя! Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Всем привет! А моя солнышко лесное, встретишься со мною. Когда мы сбежали, идет в мероприятие. Река, ой, я ее. Здравствуйте. Почему ты прибежал босиком? Потому что она убежала. Каждый раз, когда люди торопятся, происходит такие нелепые ситуации, что мне все смотрят. А, это мишенья! Дай мишеньку! Это недопустимо с моей стороны. У нас прошла свечка. Да. А ножки-то загорели, загорели. У них ночные прогулки по Уралочке. Богдан. Всем привет, ребята. Сегодня следующее утро, а мы погнали на море. Знаете, мы пришли на море. Вот там вот купаться. Но мы не идем купаться, там Полина одна стоит. Всем привет. Всем, блин. Помыли и пойдем скоро на обед. Вот наши рассудки, хорошки и курочка. К нам пришли доить корову. Хорош, блин, такая хорошая была сначала. Ну, конечно же. Я не считаю, что это со мной вопрос. Всем привет. У нас сейчас репетиция будет. Да, вот тут на солнце, как всегда. Так вот, ребят. Алиса, скажи... Ой, Лиза! Скажите в комментах, напишите Полине, как ей идет хвостик. Ей, короче, не нравится. Я говорю, ты что, дура, что ли? Хотя в депрессии что-то. Я тебя любая, я тебя знаю. Миша! 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 Миша!
рисует часы. Часы. Никита, что у тебя? Смотри, следующий день мы идем на море. Смотри. Всем привет! Ура, мы идем на море. Вот с детьми. Так, тебе сколько лет? 10,5. Всем привет. Всем привет, подписываемся на Катюшу Лайф. Так, ребята, мы добываем водичку. Ребята, у нас пьяная вечеринка. Мы должны нарисовать песочную анимацию. Ребята, мы пришли с моря, давно у нас тихий час, я вся устала монтировать видео. Лизе сделали брови, Аня тут бровист, Полина тут. Мы сегодня выступаем, она почти в танцах. Вот, мы готовимся жестко, тут другие отряды готовятся жестко. Мы пойдем поужинаем, а потом будем одеваться и тоже будем выступать, я вставлю танец. Дайте привет для моего влога. Привет, Катя, для твоего влога, всем твоим подписчикам привет. Ура. Привет. Привет. Привет, приветики. Привет. Да у меня так ноги вспотели, я думаю, да... Вот такой вот суфлик ночью. Мы идем на ужин. Вот. Вот, мы в юбочках, мы танцуем чирлидинг. Кирилл, куда идем? Кушать, да? Кушать идем. Кушать. Кушать. Мы идем кушать. У нас пюре и котлеты. Мы готовимся. В юбочках, вот. Мы сидим. Вот. Будем спать. Что такое? Что такое? Ну-ка.
Окей. Пердежами запасло. Это кто? Куда ты херачишь? Алиса, да я музыку вставлю. Опа, молодец. Слава. Я текста не знаю. Я погоди. Эхо слэм. Это что значит? Ребята нам принесли малину. Мы сидим, кушаем, у нас уже отбойчик. Угу. Алиса спит. Мы без нее кушаем малинку. Сегодня следующий день, и мы идем гулять по Благовещенской. Все устали. Мы хотим в лагерь обратно домой. О, площадка. О, там. Привет. Мы сходили в магазин и купили этот поезд. Пахнет вкус. Это я для себя. Это для Даши Седовой. О, бигбай. А потом дальше сама покажу. Да. Ребята, сегодня мы идем на большую свечку. Вот так вот, в таких нарядах. Вот Милена такая вот ходит. Там Даша, Аня что-то пишет. Полина выправляет волосы. Алиса надевает кроссовочки. Привет. 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 Ужин. Привет, мама. Привет, папа. Мы сейчас сделаем свечку, пошли идем. Чувствую, собираемся. Да, мы все убираемся. Катя, ты можешь предупреждать о таких вопросах? Я не знаю, что говорить. Как дела? Привет, Алена Сергеевна. Не, как дела? А, ну хорошо. Артём, ты что, куришь? Отлично. Я парю. Позор. До скорой встречи. Мы будем повязывать ленточки. У нас всего 10 штук. Нам не хватает. Катюшка, Катя, спасибо тебе за смену. Да, очень... да. Мы тебя любим. И я вас люблю. Ну так, алло. Чё, алло? Ты кричи. Мы повязали ленточки. Идем в лагерь. Я в шоке. Я тоже. Как? Да, скажи что-нибудь. Про смену. Про смерть могу рассказать. Про смену.
Смена, круто, всем спасибо, все круто, да. Все молодцы, все постарались. Отлично. Кто не отдыхал, все работали, наши не ели. Вот, все, всем спасибо, до свидания. До свидания. Ребята, мы пришли с моря, вот мои ленточки. Мы ждем Виталика, чтобы повязать ему тоже ленточку, да. Ребята, там я озвучивала. Блин, это я озвучивала. Вся семья. Катя, ну ты что? Да, что, давай. Богдан, как дела? Я в КТ скажу. Хорошо. Давайте я финальную фразу скажу для влога. Давай. Здесь стал Лёха, там стал Ваня, а там Артём. Мы вот тут с вами. Финальная фраза. Мы вас любим. Ура! Ставьте лайки, подписывайтесь. Не, подожди, на канал. Это последний год. Хорошо. Это последняя смена наша. Да. Мы уходим на пике. Мы вот тут вот. Все, включай. Все, спасибо. Формируем круг с минуты на минуту. Саня вдох и дошнет. Так, ребята, у нас уже отбой, 12 часов ночи, мы не спим. У нас тут какие-то по этажу девочка ходила под наркотиками. Ну, что-то такое стеклянные глаза говорили. Мы пересрались, Даша взяла ножницы, оборона у нее такая. Вот. Ну ладно, мы с вами встретимся завтра. Мы завтра будем писать конвертики всем. Мне там уже пишут, потому что Анечка завтра уже уезжает. Сегодня последний день в лагере. Завтра уже уезжаем. Вот так вот. Сегодня пишем записочки. Угу. Ребята, тут пишут записочки. Вот там конвертики. Сколько времени? Угу. Сегодня уезжает. Блин. Артём, ты объяснишь, что вот такие вот. По телефону. Реально? Да. Вы снимаешь. Мы идем провожать Аню. Никита. Пойдем без тапок. Полетим. Полетим. Нали. Аня, скажи что-нибудь напоследок. Напоследок. Спасибо всем подписчикам Кати, которые смотрели Катины влоги, смотрели на меня, поддерживали нас всех. Ура! Да, на Сент-Рюсе. Последний день на море мы купались с подписчиком. Да. Море много медуз, нам не понравилось. Но оно очень теплое. Да, вот все купаются. Интересненько так, интересненько. Оп. Ребята, на следующий день мы собираем наши чемоданы. У нас беспорядок в комнате. Кстати, нам подарили вот такие вот браслетики и каких-то китов. Вот. Да, короче, кто приедет в Ласковый берег, в Уралочке, 25-я комната, у нас тут такие вот записи. Сейчас я тоже напишу. И вот тот вот фэн. Да-да-да. Все, всем пока, я уезжаю домой, в Москву. Я буду скучать. Я буду скучать. Пока, Нина. Ребята, мы помылись, собираемся. Вот. Кроватки застелили, вот чемоданчик. Скоро будем уезжать. Уезжаем! Мой друг рекламировал трек, вот, если вы на него подписываете, типа, его послушали и подписались на наш канал «Бойцовский цирк». Вообще, надо подписываться, ребята, обязательно. Все, Катюша, лайф, люблю вас, он и все, мы уезжаем, ЛБ, пока! Мама! Yeah.
Ура! Привет, Дмитрий Юдин! Ура! Мы приехали на вокзал. Мы все пьют из них. Да, мы сейчас. Да, я не прощу никогда. Ребята, мы, короче, зашли в поезд, там очень душно. Вот, мы вышли на улицу подышать свежим воздухом. Ребята, мы сели в поезд, уже кушать завариваем. Так вот. Мы устали. Мы очень устали, мы очень спотели. Мы все дикие. Вот мой бигбойчик, сейчас кушать буду. Мой бигбойчик. Бигбойчик. Бигбой. Мы едем домой. Да, мы едем домой. Домой едем. Передайте привет. Здрасте. Ура! Давай. Привет во влогу, Катюша Лай. Всем люблю, целую. Привет. Радуюсь. Шрутка, вот кого дичкол сейдс? Дичкол сейдс, что? Хорошо? Мы сейчас выходим уже. Там все стоят.